Катрины создатели. Искусственная изоляция продлится долго. Власть предложила длинный тайм-аут. Все обсуждения уже смолкли. Разногласия с властью канули в омут. Удивительное существо человек, особенно на территории Руси. Верит в глупость не первый век. Дураков в стране хоть косой коси. Не просто дураки, а упрямые. Не слышат слова Бога, но слышат врагов. Спорщики очень рьяные. Действительно, скопище дураков. Никто не хочет понять ситуацию. Следует не за причиной, а следствием. За добро принимается любая акция. Сами живут словно под следствием. Раскрыты все доводы. Пора действовать. Но действовать людям не хочется. Все ждут общего природного бедствия, не понимая, чем это кончится. Казалось, пандемия – настоящий предлог спросить власть за ненастье. Но молчание ягнят – это пролог огромного для страны несчастья. Страна, как и мир, потянулись к концу. Последние начались конвульсии, к погребальному идут венцу. Готовится мир к последней сессии. Убаюканный храпит народ, злится, когда его будет. Тьма спешит переделать природу, люди ничего не видят. Сколько раз говорила России, ей суждено изменить историю. Людям приятно читать о своей миссии, особенно словесную демагогию. Приятно послушать о пандемии. Хорошее предложение сидеть дома. Можно поговорить и об эзотерии, мечтая перекреститься, пока нет грома. Все боятся грома, но не помнят о Боге. Церковники, как и люди, начинают болеть. Люди ловят друг друга на слове. Опасно мнение свое иметь. Все перепутано. Люди в масках. Это карнавал страстей. Власть держит людей в тисках. Кто поет правильно, тот милей. Все ждут чего-то, не зная чего. Если от тьмы – унижение. Если от света – преображение своего. Значит, судьбы достижения. Вот этого как раз никто не хочет. Все хотят улучшить свой быт. Пусть им кажется, совесть гложет. Человек выбирает – как лучше ему жить? Никому не уйти от выбора. Решать, как жить, выбирать каждому. И тьма, и свет проводят отборы. Принять позицию для человека важно. Миру надо исправить неравенство. Планета не перенесет искажения. Тьму не устраивает равенство. Сокращение людей началось движение. Повторяю. Отбор ведут оба знака. Тьма набирает рабов. Свет отбивает мамоны атаки, оставляя в живых богов. Нельзя решать судьбу за человека. Начинается бурное обсуждение. При приближении судного знака надо принять богослужение. Аминь. Отец Абсолют. 9 апреля 2020 года. Катрен, никому не уйти от выбора.